Здравствуйте, друзья мои! Каждое утро мы начинаем молитвой «Отче наш, иже еси на небесех». Молитва красивая, чудесная, потому что эту молитву сам Господь нам оставил. И мы не только этими словами просим Господа просветить наши сердца и души, но еще и получаем большое научение. Сама молитва учит нас. Она настраивает нас на правильное отношение к Богу, к миру, к самим себе и особенно к близким, потому что в этой молитве есть такое замечательное прошение, которое связывает нас с нашими близкими. Наше спасение напрямую зависит от отношения с теми людьми, которые рядом с нами. Мы не спасаемся сами по себе. Само это слово «спасение», оно так часто встречается в православном христианском лексиконе, что мы даже теряем смысл его, что оно значит, что такое спасение, от кого мы спасаемся, для чего мы спасаемся. Мы знаем, что Христос — это Спаситель. Спасение есть таинство обожения, охристовление человека. То есть мы постепенно становимся богоподобными. Каким образом? Подражая Богу. И апостол Павел в своих посланиях неоднократно говорит о том, что мы как будто бы должны снимать узоры, как старые люди говорили, да? Должны подражать во всем Христу. Если не получается подражать Христу, хотя бы подражать апостолу Павлу. А в чем подражать? Самое главное, что нам открыто о Боге, это то, что Он есть любовь. Потому что Он есть человеколюбец. Любовь — некая абстрактная величина. Любовь вообще, любовь, которая все объемлет, любовь, которая является некоторым океаном, в котором тонет все и даже обезличивается. Нет. Чтобы перевести на русский язык славянское слово «любы» или «любовь», нам потребуется, наверное, использовать слово «доброта». Именно так. Любовь — это и есть доброта. Опять же, не абстрактное добро, не философская или этическая категория, а доброта, понимаемая очень просто, как благорасположенность к человеку, добродушие, добрая намеренность по отношению к другому человеку, доброжелательность. Вот Бог, Он такой. Это самое главное, что мы о Нем знаем. Он не некая сила, не абстракция, не энергия, которая разлита вокруг, безликая, нелицеприятная, безразличная, но абсолютная и вечная. Нет. Почему для нас дорого Священное Писание? Оно говорит нам, что Бог есть Личность, человеколюбивый Отец. Он добродушен по отношению к нам. Он желает нам добра и ищет этого добра, хочет, чтобы и мы подражали ему в этом добре, в доброте, в самой настоящей. И вот, друзья мои, в молитве «Отче наш» есть такое прошение: «Остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим». «Остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим». Чтобы у Бога просить прощения за свои грехи, перед этим мы должны простить тех людей, которые против нас согрешили. Вот что делает нас богоподобными. Потому что Господь прощает всем. Он ни на кого не держит зла, потому что зла в Боге нету. А люди иногда разрешают себе держать зло. В лестнице преподобного Иоанна Лествиченко есть целое слово, которое называется «о памятозлобии». Мы сейчас не говорим «памятозлобие», это слово славянское. Чаще всего в нашей речи мы говорим о злопамятстве. В общем-то, это одно и то же. Злопамятство. Человек накапливает в себе память о всем злом, что против него какой-то человек сделал. И вот преподобный Иоанн Лествичник уподобляет памятозлобивого, злопамятливого человека вшивому голубю. Представляете, какой жуткий образ? Вот он пишет: «Памятозлобие далеко от твердой естественной любви, но блуд удобно приближается к ней, как иногда видим в голубе, кроющихся вшей».
То есть пометозлобивый – это вшивый голубь. Страшное дело. И действительно, мы когда представляем этот пластический и очень подвижный образ, буквально, в буквальном смысле слова «подвижный», мы видим какую-то чесотку, какую-то горячку, когда под покровом белоснежного оперения и кроткого, казалось бы, нрава роются страсти, кипят, бушуют. Злопамятливый человек иногда даже страдает бессонницей из-за того, что воскрешает в своей памяти все те обиды, составляет реестры преступлений против себя, всякий раз раскладывает пасьянс этих преступлений, вспоминает детали, смакует их. Это, в этом есть даже какое-то сладострастие. Не случайно преподобный Иоанн Лествичник называет эту страсть именно страстью. Не просто болезнь, а в нем есть какое-то страстное начало. То есть мы бы сейчас сказали, что человек какой-то одержимый мазохизмом. Ему нравится страдать, ему нравится составлять все эти картотеки преступлений против него. И вот преподобный Иоанн Лествичник дает определение того, что есть памятозлобие. Он говорит, что памятозлобие есть исполнение гнева, хранение согрешений. То есть мы как будто бы складываем в сундук, в специальный отсек все преступления против нас. Мы дорожим ими, они для нас очень важны. Ненависть к правде – пагуба добродетели. Почему ненависть к правде? Потому что Евангелие говорит нам о том, что человеку естественно быть добрым. И если против тебя кто-то согрешил, чем-то тебя обидел, он тем самым себе нанес рану прежде всего. Он себя измучил и изранил, потому что навсегда с ним остается этот проступок. И вместо сочувствия к человеку, который против нас согрешил, мы еще и усугубляем его болезнь своей памятью. Пагуба добродетели. Почему пагуба добродетели? Потому что на самом деле человек памятозлобивый, он не может никогда стяжать доброту Божию. Он никогда не может воспитать себя в любви божественной. То есть любовь — это и есть союз совершенства, как говорил апостол Павел. Если ты не отпустил, не простил другому человеку, то и Господь не может тебе простить. Памятозлобие, говорит преподобный, ржавчина души. Ржавчина души, которая разъедает. Червь ума. Не правда ли жуткий образ, который тоже, как и вшивый голубь, нам показывает, что внутри нас нечто поселилось, копошится, чуждое, разъедает ум, портит память, заставляет нас зацикливаться на прошлом, ослепляет ум, не дает нам оглянуться вокруг себя и, самое главное, не дает нам радоваться жизни. Если ты копаешься в прошлом, ты не видишь настоящего. Ты теряешь вкус к жизни. Червь ума, посрамление молитвы. Почему посрамление молитвы? Потому что ты не можешь читать молитву «Отче наш», самую главную молитву, которая у нас есть, если твое сердце исполнено злопамятство. Как ты можешь просить Господа, чтобы Он простил тебе твои согрешения, если ты сам никому не прощаешь? Нехорошо, неправильно, сам себе противоречишь. Пресечение моления, отчуждение любви, гвоздь, вонзенный в душу. Вот еще образ такой. Помимо вшивого голубя, червя ума, еще и гвоздь, как страшно, как больно даже это читать. Неприятное чувство, в огорчении с услаждением любимое. Вот об этом мазохизме говорит Иоанн Лествичник. Грех непрестающий, законопреступление неусыпающее, злоба всечастная. То есть человек, который пустил злопамятство в свое сердце, как это ни странно прозвучит, он жертва, но он находится в аду. Червь неусыпающий, о котором говорит Священное Писание, уже в нем поселился. Огонь и мука уже в нем живет. Поэтому, друзья мои, этого состояния никак нельзя оправдать. Что бы против вас не сделали ваши ближние, нужно научиться отпускать.
учиться прощать. Нельзя свою жизнь превращать в ад, ведь Господь создал нас для радости. И будет очень грустно и обидно, если мы эту жизнь проведем уже здесь, в настоящем аду.